последним туром. Монако в первых четырех играх набрал всего-навсего 3 очка. Ну и, конечно, здесь этот матч был, в нем было поставлено на карту все. Марко Симоне на 19-й минуте, вы помните, Бональ второй гол забил, а это идет 22-я. То есть мы с вами посмотрели практически трехминутный отрезок матча, столько в себя вместивший. Симоне забивает